Бочек, да, столик? Я поняла, ты тогда подожди, подожди, Кирилл. Что? Да. Охтитесь, короче. Сейчас Настя трэш будет начать, я сейчас я по-быстрому сделаю. Чивава, забрось Войда в пятую. Там же Иршам, я так понимаю. Ну так ты в четвертый еще два хила. А, в пятой идет? Находится Байеры. Тогда давай обратно к тауну. Я думал, что там. Я пока не могу прочитать это заклинание.
Феникс, скажешь, когда в ИК пойдете, я напишу, чтоб приняли. Угу. Рыбу хавать. Озеро на 2.5. У нас 2 человека где-то. Где-то здесь. Манить. Настя там в ПК. А тут тыкнуть, нормально. Кобы устанет, потыкайте, плюс поставьте, а реслин твой крест, давайте еще 3 человека быстрее, блядь, нет, так сейчас сам назначу. А, синк, давай, твой ром будет, еще 2 человека. Нормальные кубы, блядь, смотрите, не проеб, чтоб не проебались. Рейд трусы, скиллхант, печенька. Все. Вейлвоид, останься около креста. Обход его и печеньку, трусы и крестик. Ну, подхиливай, когда не кубы нажимал. Вообще на полубак. Кулак. Друидом. Скиллхант, ты услышал, где ты стоишь? Не, не надо. Все, поехали. Кулак по друиду бахните. А у нас один паладин. Ладно, еще барабаны бахну, разбахну кулаки по 5. Там на АП кричат. Да похуй. Я в барабаны бах. Бомжей дай, играем. Блять, ебаный эфир. На бомжей дал. Поздно. Минус 2. О, блядь, сэнхи нахуй. Даже, блядь, бомжи не спасают нахуй. Все равно, блядь. Есть полезную сову. Энха сомневаюсь. Я вам рыбу около рамбова поставлю. Около рамба рыбу. Знаете, еще раз барабан. Пейте мою кровь и захлебнитесь ею. Блять, мне ж без напула нахуй, а вы бурсты сразу твои все вливаете, под кубы оставляли. А, блять, я всегда БРП воничали, запустила ракетку, блять.
Ракетку запустил, походу. Там ракетка 1030 и плюс твой каст. Я только одну ОПшку кинул. Гера? Да, давайте Гера. Приготовились к вам. Прожали кубы. Спросите, я говорю. То я когда куб держу, вы под кубом пиздец набираете. Блять. А, ну нормально. Кубы прожали. Готовились к поражению. Шкатулок будет падать. К стене отошлись. Последние кубы были. Двадцать секунд примерно. Не, это хуйня, что вы будете. Вы отчитываете таймер и счет, что потолок падает. И еще плюс 5 кнопок таймера примерно. И час кубы должны быть. Даже больше. Прожали. Добивайте. Блять, глаз хочу на Эрдруна. Надо он кому-то там вообще? Я бы тоже сделал. Мешок ролик.
Ася, ты голову не брала? Трипл, смотри, даешь мне мешок, я тебе достаю два сердоля, отвечаю. Отдаю тебе два. Я, блядь, фартовый в этом плане, отвечаю. Блядь. Что за найн, нахуй? Сейчас зелёный Я ашма. Сейчас смотри, открывай, два зелёных. Доставай две яшмы. Слабак, всего один сердолик. Из байеров голова кому-нибудь нужна вообще? Вообще стрёмно, нахуй. Мне... Один сердолик. Больше никому не надо? Зачем отдал? Кто там глаз хотел? Будешь брать? Ты думаешь? Я бы взял глаз, у меня не залупа, пиздец. Какую-то хотя бы эту. Вот эту хуйню хотя бы. Ну, она в боссе сейчас отдам. Секунду. А, ну, Сау тут. А утешение есть у тебя? Да и похуй. Ссылка уже скоро будет. Дней 10 на ссылку. Да нет, 10 это много. 15, скорее всего, будет. Может, пока они там закончат, потом есть сезон. Пару недель. Пару недель максимум все. Две недели. Ну, блять, уже долго вот этот контент, который... Уже не можешь, да? Уже не можешь. Хочешь лича побить, да? Не, ну как-то знаешь, не весело. Ты приходишь на, как бы, на РТ, закрываешь два рейда, все, сидишь. Ну, АФК, да, да, всю неделю. Все. Ну да, приходится... чаще в онлайне надо быть просто. Так бы еще один приходится... день тратил. Приходится в White Fury закрывать, три спека одевать в White Fury, это стрёмно, конечно. В смысле стрёмно? Хелась. Чё тебе не нравится? Как всегда на любом контенте, ты за один день закрываешь, если... White Fury красавчик. То потом АФК сидит, просто остальное нахуй не надо. Просто, ну, я просто много лет уже играю, и я бы не вывез играть эту игру одним спеком, поэтому я много спеков делаю. Вот. Вот Фьюри вообще красавчик, он говорит, я грула буду танчить, вообще магика танчить буду, говорит, вообще да. На изи, нахуй. Так что, мне по кайфу. Ну, это ХМ касается. ХМ? Что хочешь, могу потанчить. Что хочешь, могу похилить. Самая жесткая, наверное, йога плюс ноль там. Все, поехали. Мироев Ламберг, звезда. Этот.
Ориона и Килхант, с печеньем. Че, респект не штанг, не килнеш? На гроле, наверное, тут. Будешь майнить. Агрон набирать под бешен, там ДД шмотку если. Ну это на груля. А какой ты 4 кусок, кстати, выпал? Грудак охотник ДК маг друид. А кому-то нужен? Да, все куски приносят. Серый, ты спегнешься? Спекнусь. Да. И на короля. Будешь мейнить и агрон набирать. Потому что у нас на пула нету. А я какой-то гон. Короля и кого? Ну, трех левых, ну, и груля еще будешь танки. Все, поехали. Чел пума. Только, блядь, не сорвите мне кроша, пожалуйста, уеду ночами, блядь. Потому что агро я все поехал. Сразу хуево набирать буду без напула. Геру, ну. Забанит эту сумму. Короля забираю. Чисто этого киллера бейте, трусы. РТД по королю играть, милики, и по главной бить. Thank you.
Дизарм дайте. Ладно, кто-нибудь. Идите, идите, идите. Это 4 вам что-нибудь надо? Моя. Нравится, везде кости сбивай. Мёртвый. Сейчас добежит. Умираю, он начинает кастить нахуй. Быстрее, блядь. Ставь шкаф в сумму. Рай, минус ЕП получается. Ну, проебал каст, блядь. Или ты думаешь, что смерть это оправдание или что, блядь? 65%, кстати, поймал. Настя, сколько ему срезать? 60%. Слышал? 60%. Слышал, да, Мирай? Давай, серый, серый, будешь мейнить, потому что у тебя ярость, чтоб набиралась. Один, не знаю, может, а, ты три, не один. Первые секунд 10, короче, да, Рислин. Этот, блядь, а что, короче, Рислин, если не тебе надо, надо было сразу написать и сказать. Ты пошел бы, ну, и забрал, я бы тебе походал бы во втором рейде, условно, и все. А не тянул. Уже поздно. Первый секунд 10 не бейте, иди пуляйся. Я скажу, когда бить, не бейте пока. Пускай агро наберет, мы без наполна. Набирай, 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 не бьем. Берсу там прожми, не бьем, блять, пока босс еще раз повторяю. Что, нормально? Все, начинайте бить. Я наберу тоже потихо. Блять, сорвал нахуй. Да похуй. Сейчас бери с собой. Блять. Набирай. Как-нибудь забери там себе, никакой его знает.
Можно забрать? Да нет. Ты, я понимаю, блять, я бью одним руником нахуй без лпшки. Блять, а что там по мне? У меня скады выключили. Я не вижу, что там по городу. У друида 770, у тебя 760. 820, 760. Не бей. Не бью. Да бей. Забей. Бей, забей. Убей. Блять, как только на мне будет хотя бы 90% агра, я сразу, короче, это стану. Уровень угрозы 85. Умирая. Ну, у тебя 94. Это хуйня. Серый, давай там поднатужь вот лапу. Ёбни там каким-нибудь это размахом. Ты знаешь вообще, вот что это значит вообще? Вот я сейчас танчу. Это значит то, что я в ЦЛК десятки не смогу танчить. Куда на там? А я буду котом. Вот не набирает игру, что поделать. Я думаю, блокер бы тут зарешал. Да, блокер сильный. Блокер. Да не, он набирает блокер... агро, просто ДК больше набирает. Паладин. Блокер-паладин. Блокер-паладин, Настя. Керу. Ну, давайте геротка дошлась. Шаман. Красава. У нас завелась, кстати, крыса одна, то есть герой себе дает отдельно. Шаманы зовут, наверное. Володька. Зачем мне вы нужны? У вас гера КД, у меня бауки вызваны. Те самые волки, которые ДПСят много. Сука, волки, кстати, ДПС наносят. Сумме. Ну вот, за боем. На груди, надо постараться. Ну, учитывая, что, блять, я вообще бить не могу, зато я бы на сам, но же бесит. Но волки же на них же стало не работать. Ну, же пах не в так. Ну, я хочу урон просто чекнуть, ради интереса. Смотри, какая вся хи у них прокнет. Сколько она сейчас? Там чаще зависит от этого. Типа иногда хорошо волк в мороз бьет, иногда хорошо фаер волк бьет. Сейчас у меня показывают 70 тысяч они нанесли. Это баг или что это? Нет, да. А чё? 70к урона не нанесли в натуре? Не, ну там еще горящую челюсть, и вон там сверху идет 40к. А. И сколько они кдшатся, волки? 3 минуты у них кд, жут они 45 секунд. Эх. Так, есть чё? Там, говорит, Void Fury, у меня танк, говорит, 99к хп, 1000. У кого? Ну, ты знаешь, в следующий раз повезёт, как говорится. Под поражимкой. Ничего не понял, я прослушался. Что ты говоришь там? Краки обмен. Ну чё, я говорю, у тебя агро, говоришь, ты 1000 делаешь, у тебя 100к агро, нет? Я? Вэт Фьюри, блять, ну ты, да, говоришь, тринку жму,
тычку делаю, столько агро тыч. Кто тебе такое сказал? Мирая. Опа, это ты где? Мирая сказал. Ты уже в Долоран съебался. Да он школьник, а что он с него взять? Кому-то надо было написать еще. Володя, слышал, что тебе говорят вообще? Играть по мафии. Да, Кэдис, можно. Сейчас, подожди секунду.